И там тоже на немецком языке там Люксембургский. Симбургское отделение католической церкви, там документы, короче, там про Бога, там, ну, насколько я понял по-немецки, что там, в основном про Бога, короче. Как отношение люксембургского отделения к Богу вообще? Как к нему относиться? У нас есть средства, которые... Сложно, наверное, относиться к католической церкви. Не важно, это таможни, проезд. Вообще я тебя снимаю на скрытую камеру. Таможни ты можешь среди процесс времени. Могу тебя в церкви пригласить. Так, в принципе. Вообще я думала, у тебя ирокез. Он будет на таможне спецназ, а следственный комитет сегодня будет прорываться в центральный офис. Не стал просто бриться перед дорогой, думаю, блин. Повернись, проверь. Невозможно. Бородёнка. Межведомственной комиссии Росреестр. Да, косичкой заплети ее. Четыре Мухаммеда уже. У Мухаммеда была такая. То есть у нормального мусульманина должен быть один Мухаммед. Вот один Мухаммед. Второго, два Мухаммеда. Сейчас вот будет небольшой контракт. Три Мухаммеда. Четыре Мухаммеда. О, уже четыре с небольшим. Четыре Мухаммеда. Ты ее не стрижешь, она так и растет. Да, но она выпадает иногда, короче. Четыре Мухаммеда, то есть... Вот нужно вот построить 10 зданий. Принять, допустим, мусульманство. Из циничных соображений. То есть, потому что верить в эту фигню, конечно, не способна. Вот что там. Есть же такая фишка, короче, как мусульманину стать очень легко. Ага. То есть. Спасибо.